Кладбище Витёк. Ага. Эй! Всем привет! С вами Витёк. И я ненавижу эту игру, но играю, потому что она классная. I hate this game. Дамы и господа, мой коронный стиль черно-зеленый, все здесь черный, зеленый за мной, но, к сожалению, вы его не видите. Играть. Мне, кстати, подсказали, что на одном из уровней, который назывался «Собери» или что-то там роде, там мне нужно было собрать себя. Где это было-то, ёлки? Во! Вот здесь... Задуматься. Во! Нужно уронить часть тела вниз. И откроется секретный уровень. Кладбище! Витёк! Нормально, секретный уровень, ребят. Витёк, 2011-2019. Чё это вы меня уже похоронили-то, а? Я, может быть, еще и в 2020 буду. Не, как раз тут есть, смотри. А не все так похоронены. Кристалл тут же. А, психика бета-тестеров. Хорошо. Билли Харрингтон. Хорошая отсылочка, да. Джонатан Джостар. Это, видимо, Джо-Джо, да? Как я его узнал. Робот с Марса. Папа Фрэнко. И Карл Стефансон. Кенни. Так, ну погоди, Кенни, они опять убили Кенни, нужно умереть. Точняк. От количества смертей, смотри, цепочка опускается. Что, как прикольно тут раздристывает-то, а? Отсылка на Джо-Джо. Is this Джо-Джо референс, как говорится, да? Хорош, Кенни, спасибо тебе. Вот так вот, ребят, уровень создавай нужно проходить, оказывается. Хорошо, давайте в главное менюшку и теперь отправляемся. Экстра уровни. Закрыто, смотри. Закрыто, 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 закрыто. Странно, а почему не закрыто? Возможно, это еще какие-то... А, вот, секретные. Смотри, я открыл третий, я открыл пятый, значит, был еще первый, второй, четвертый и, соответственно, другие. Ребят, мне срочно нужно узнать, на каком уровне, в какой секретный уровень, как попасть. Пишите в комментарии прям полотно текста. Вот, я с удовольствием потом зайду. Ну, а мы с вами остановились на 33-м. Скопируй мою любимую фразу. Вот, я так и не понял, что нужно сделать. Ctrl-C. Погоди, но... Скопируй. I hate this game. Возможно, где это можно найти? Продолжить. Где эту можно фразу любимую найти? Может быть, нужно напечатать просто ее на клавиатуре? Как вариант. А какой у меня сейчас язык стоит? Русский. Ну, чтобы ошибок не было. Спасибо, очень страшно. I hate this game. Нет, не работает, ребят. А! Я понял, мне нужно, чтобы в буфере обмена была эта фраза, да? Понял. Скопировал. Ctrl-C. Заходим в игру. Отлично. Работает. Фазы Луны. Очередность, что ли? Это, ребят, спадающая Луна. Видите, как буковка S получается. Это растущая. Вот это растущая. Значит, это первая, это вторая, это третья. Нет? А, там еще несколько фаз. Нет, это не так. Так, погоди. Я что, знаю фазу Луны, что ли? Ну, возможно, это первая фаза. Это какая-нибудь там третья. Это пятая. Нет. Может быть, вот это не первая тогда, может, это вторая? А это четвертая, да. Вторая, четвертая и шестая, судя по всему, это фазы.
То есть я могу только сказать, какая за какой следует, но какая из них какая, как бы мне сложно сказать. Ну, наверное, первая фаза, это когда вообще новолуние вот прям полное. Вот, вторая фаза, это растущая луна. Третья фаза, это какая-нибудь полулуние. Четвертая фаза, почти доросшая луна. Пятая фаза, полнолуние. Шестая, соответственно, спадающая. Вот, собственно, это шестая. Ну, видимо, так. Нажми вовремя. Ого! О, и дверь открыл. Получено достижение «Идеальное попадение». Теперь осталось идеально попрыгать. Невидимый путь. Ага, сверху где-то. Ага. Хорош. Ага, так. Я почти нащупал уже нужный проход. Есть. Инверсия. Нужно из этой получить вот эту, что ли? Или как? Или эту инвертировать вот в эту? Так, чтобы ее инвертировать, это должно быть вниз, вверх, вниз. Вот. Так, здесь все вниз. А здесь вниз, вверх, вверх. Опа. Легко. Next one. Отзеркалено. Легко. Цик. Лоб. Получим достижение. Двуглазый циклоп. Смотри, когда жму лево, у меня почему-то... А, я понял. Когда я жму влево, я вижу правую часть экрана. Нужно запомнить расположение кубиков, чтобы по ним пропрыгать. Я упал. Блин. Вот это прикольно. Да елки-палки, я инвалид. Ножка болит. Глаз один. О. Я застрял. Здесь просто очень упоротое управление, я вам так скажу. Он как бы не сразу бежит направо с нужной скоростью, он как бы ускоряется, чтобы бежать направо. И также он не сразу останавливается. Так. Блин, вот это сейчас жесть будет попасть сюда. Да ё! Ага. Так, живой. Ух ты! Есть! Зомбоящик! Нажми Е, чтобы смотреть телек. Не нажимать. Так, первый канал, дерево. На втором ничего. Да, детка! Хорош! Я знаю тебя! Отличная игра, ребят. Кто не видел, это, ребята, игра, которая называется... А что, это разве раньше было такое? Было, да. Это Деспасито 3000. Точнее говоря, как оно там? Деспотизм 3000 в простонародье. Офигительная игра, посмотрите, я ее проходил. Супер просто. Что-то страшное. 7-й, 8-й. Так, нужно запомнить, наверное, канал, на который что-то показывали. 13. На 13-м канале 13. Здесь должны быть два скелета, но сейчас они ушли, чтобы не нарушать авторские права.
Божественно. Я уже нажимал, не нажимать не работает. Здесь тихо. Космос. А зачем я это делаю? Я думаю, это отсылки к каким-нибудь мелодии, да, играет, скорее всего. О боже. Гипнокоты. Танец! Повторяйте все за мной! Гимнастика до ваших рук! Ничего плохого в этом нет. О! Смотри, я вижу сам себя. Смотрим дальше. Опа! Я нажал на не нажимать. И попал в три брата кра... А, я переключился в 41 уровень. Все, я понял. Погоди, я еще не все каналы посмотрел. Я только разминку для пальца сделал. Тихо-тихо-тихо, телевизор мне. А, так, у меня был 40-й канал, да? 41-й. Смотрим дальше. О, косяк, здесь, походу, дел больше ничего и нет. О, тихо-тихо-тихо. Какое-то лицо. Может быть, это на Марсе, которая вот там лежит, фигня непонятная. О, получен достижение настоящий зомбоящик. 99, ребят. Все, теперь возвращаемся в 41-й, я понял. Фу, видите, как некультурно. Некультурно только у вас в голове. Я танцевал руками. Поехали. Оу. Три брата-акробата. Пс. Да ё... Хорош. Сзади. Что сзади? Приветик. Ха-ха, пошли, поможете. Это снова ты? Приветик. Это снова ты? Приветик. Наверное, надо кнопку нажать сзади. Нормально. Так, давай, значит, сзади. Нажимаем на кнопку. Ага, дверь открылась. Супер. Все очевидно, ребят. Ну, я в Z-Level... Опять оно? Я в Z-Level Again играл, поэтому тут такие фишечки есть. А, это компьютер. C-Users Victor. Хорош. Формат. Че, взломай систему. 150 рублей от достопочтимого лиска 2.3. Всем привет, котик Мур Виктор. Это вам на вкусняшку. Просьба потом включить то, что скинул в ВК. Я сам себе взламываю компьютер, ребят. Логин хакер, пароль. Спасибо за донат. Интернет коннекшн. Старт систем экзе, старт хакинг тулс экзе. Старт хак машин XE. Kill task game protect XE. Hacking tools disable door protect. Hacking машин hack door. Hack. Доступ получен. Спрячь меня. Кого тебя? Меня?
Куда? Так, ребят, какая-то тема пошла уже. Не так-то просто сделать. Витёк хакерит, не говори. Зачем ломаешь, забарахлило? Ну, так это же мое дело, ребят, основное. Сверни игру. Так можно? Блин, спасибо за подсказку. Суммируй лампочки. Че они дергают туда-сюда? Я не понял, как суммировать лампочки, погоди. Один. Три. Два. Чё от меня хотят? Ну, всего шесть. Один, три, два написать? А почему суммируй? Не понял насчет суммирования, если честно, аж упал. Два. А, 2, 6, 1. Все, теперь понял, почему суммировать надо. Мне просто повезло, они зажглись одна за другой. Прикиньте, по одной. Слишком плохое качество. Очень плохая музыка. А где я-то вообще? Че, опять развернуть? Господи, боже мой. А почему управления-то даже нету никакого? Че делать? Как качество повысить? Главное меню в таком же качестве, боже. А-а-а! Выход. Нафиг. Надо, наверное, выйти и запустить игру заново, я уверен. Нет! Нет, оно все еще в таком качестве. Хороший, как это пройти? Где тут настройки? Я даже не знаю, где настройки. О! Боже мой, я нашел настройки качества. О! Теперь в HD. Это какую-то лишнюю кнопку где-то нажимал. Фух. Прыжок. А. Прыжок теперь, ребят, на кнопке мышки оказывается. Это было легко. Летающие блоки. Ух ты, их можно подбивать, смотри. По ним можно прыгать. Можно их подбить и по ним прыгать. А, утопил блок. Нет, за что вы его? Есть, есть, I'm in. Поехали. Какой-то космос ушел просто. Вот это прыгнул. А как это... О, я в дверь попал. Супер-хейтер. Снова поехали. Какая-то дичь вообще происходит, я ничего не понимаю. Там какая-то комета летела, я хочу ее собрать. А, нет. Или это был секретный уровень? Это был секретный уровень, ребят, я вот здесь залетел. Нет, а что ты не упал-то? А, может быть, это на эту штуку надо приземлиться. Тебя все равно подкинет потом. Я понял, а здесь нужно удариться было головой об эту штуку. И упасть. А сейчас у меня не будет возможности.
Да, слишком быстро ехал. Все, я понял, что нужно сделать. Довольно долгий уровень получается. Ну, прикольно, музыка так затихает, да, когда ты в космос уходишь. Смотри, нужно удариться вот об эту штуку и направо. Есть. Хорош. Покрути что-нибудь, я могу колесико... Колесико покрутить. Маленький уровень. А теперь увеличиваем. Блин, прикольно. Слушай внимательно. 6 1 8 7 5 4 7 4. Только дать кверх ногами написал. Ты, блин. Давай заново. 4 6 1 6 3 4 2. Это полный рандом. Ты-ты-тын. Падай. Падай, я сказал. Четность. 8, это четная. 7, 5, 1 и 2 четверки. Дать наоборот. Хорош. Витя опять остался без прыжка. Да? Ладно. Так, 0. 0 это, по-моему, четное число, насколько я знаю. Так, вот это не... Нет, они 0 не считают четным числом. Хорошо. Гандан. Игра такая есть, ребят. Молодец. Это отсылки, это куча отсылок к разным играм. Гандан это этот, Азаматика делал. Это который Peace Death делал. Который сейчас делает игру... как она там называется? Draw Chili. Да. Это Азбука Морзе. Кто-нибудь может наморозить, пожалуйста, мне лень. О, Морзе. О, Морзе. Раз, два, три, четыре, пять. Наверное, это пять. А это... 9. Нет? Это единицы. Окей. Можете не морзить. Запомни. Раз, два... А, хорош. Я мышкой запоминаю. Да как на нее напрыгнуть невозможно. Ёба на воду! Алфавит. 8-я буква. И так, би... 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Хейт! Ах ты! Тварь! Тварь! I hate you! Черт побери, ну можно было догадаться, конечно. Хауе! Ла-ла-ла. Набери 80 очков. Нажми Е, чтобы танцевать. А почему он ручками не двигает? Это было бы так клево. Сразу вспомнилось, этот, как его? Happy Room. Помните там, где самое крутое фаталити на гильотине?
Просто божественно. Такое там рубилово было, а? Прям сейчас вспомнил, захотелось переиграть. Немножко не в ритм, кстати, стрелочки я тут. Можно было и стрелочки в ритм сделать в конце концов, блин. Ребята, вот этот уровень запороли, можно было его просто конфеткой сделать восхитительный. Слишком много несогласований уже как-то... Не так хорошо кажется. Кто-то не доделал. Ну все, я уже открыл же. Сколько можно-то, эй? Вы мне обещали 80 надо набить. Видимо, до конца песни. А ты неплохой танцор. Видать, сотку, если набить, будет ачивка. Я вот прям к маме не ходи. Откроется сегодня в 3 часа. О, это время на компе переводить. Вы что, прикалываетесь, что ли? Изменить. Добро пожаловать. 2-1, 2-2-1. Сейчас я время верну обратно. 2-1, 2-2-1. То есть нужно сначала правую нажать кнопку, потом левую, потом дважды правую. А потом левую. А теперь главное спрыгнуть, как говорится. Как там с захватом, нормально все? Только в прыжке. В смысле? А, я двигаться могу только в прыжке. Понял. А! Прошел. TheBestGameHaterSobakaGmail.com. Черт, туда нужно какое-то тестовое письмо отправить, ребят. И тогда робот какой-нибудь пришлет мне ответ. У кого-нибудь почта под рукой есть? Кстати, у меня же есть. Написал. Ну хотя бы не через Почту России. Это было бы прикольно, да? А, really? Прикольно письмо. Смотрите, письмо пришло. I didn't guess that you're so clever. And you can solve this. Here is a little combination of numbers which can help you in some way. Значит, 06 2 1 0 3 1 1. Твою... Ноль, шесть, два, один, ноль, три, один, один. Блин. Чё, что сразу придавливает кубиками, а? Чё это такое? Ой. Я могу их мышкой как-то собирать. А-а-а, смотри. Это как скретч-карта. Смотри, 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 скретч-карта. Так, это что? Это семерка. Семь, ноль... Скретч-карта, да, 7-0. Блин, прикольно. 9, наверное, да? Да, 9.
9. Одно, но надо сначала туда перепрыгнуть. Хорошо. Можно пробежать. 7, 0, 9, 9. Хе-хей! Ни хрена себе уровень! А чё такой не хиленький, не маленький? Спасибо за донат. Когда-нибудь точно будет, я тебе отвечаю. А что если налево пойти? Я прямо уверен, что нам сюда, ребят. Я это чувствую. А! Тупичок. Да ё, упал. Блин, теперь заново лезть. Я 100% уверен, нам туда, ребят. Если бы я был гейм-дизайнером, я бы именно так бы и сделал. Даже вот сейчас бы я наверх опять полез бы. А, хорош! Обломалого, облажалого, ну спасибо. Удружили. Геймдизайнеры знают таких умных засранцев, как Витёк, да? Ха-ха. Ладно, нам вот сюда. Да ё! Хорош, блин, лабиринты делать или хреновые. Давай, вот сюда, значит. Других вариантов уже нет. Следуй за направлением. А, надо прожимать их еще, ё. Все, понял. Их надо прожимать. О, я просто в голове решил. Крыша потекла. Прикольно, и что мне делать? Ух ты. Она падает. Хорош. Давай. Крыша. Витя. Вслед за крышей. Витя бы опять все сломал. Порушил уровень, блин. Хорош. Изика. Смайлики. Нужно, видимо, hate this game, да? Как-то сделать. Вот это hate уже стоит. Типа, I hate. Наверное, открыть дверь тогда, да? Fuck the door. А как дверь-то открыть? О, открыл. Я так и не понял, как я это сделал, но получилось. Разрешено только для красных. Нет. Нет, я не хочу ломать свой эпичный цвет на красный, перемещать его. Ну, ё-моё. Ну, давай, сделаемся красным. Ну, вывегла же, господи. За что ты меня так? Нет? Видимо, я не до конца красный. Моя палитра намного интереснее. Проходите, красный лорд. Оу, QR-код, ребят. Измени свою цветовую палитру на черно-белую, если не можешь сканировать QR-код.
А у меня вообще сканера QR-кодов нету, если честно, в компьютере. Ребят, сосканируйте, пожалуйста, QR-код. Какой там код? Пришлите мне, пожалуйста. 314-159, мне уже подсказывают. Погоди, это число пи. Ты, блин. Все время забываю об этом. Все, я теперь красный лорд, ребят. Слои. Используй WS, чтобы менять слои. А, нужно еще слои переключить. Йо. Не ешь. Так. Мои дорогие красные лорды. Давайте пока остановимся. Уровень тоже 70-й. По записи я довольно долго уже записываю. Я думаю, нужно уже тормознуть. Мы обязательно с вами вернем нас обратно, чтобы выглядело все как прежде приблизительно. Точно не скажу, как это было, пусть будет так. Игруха клевая, игруха думать заставляет, это прикольно. Съем я этот гриб или не съем? А я, конечно же, съем. И что из этого случится, вы узнаете, видимо, в следующей серии. А пока тыкайте пальцы вверх, делитесь с друзьями, давайте в плейлисты и обязательно пишите свои адские комментарии. Ну типа, I hate this game. Пока.